Девочки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня, да, я немного с конца начну видео это снимать, вернее, как с конца. Поздороваюсь, да, по крайней мере, с вами, потому что у нас с утра здесь были мастера, у нас продолжается, да, кое-что переделываться, доделываться. А я, как уже в предыдущих видео говорила, что мы дозаказывали вот эти вот гардины, да, которые с таким механизмом, которые можно вот так опускать, поднимать, и когда опускаешь, то можно удобно, очень легко вешать шторы. А тем более, если шторы новые, которые были под заказ, которые вы собираете, подтягиваете сами, да, то есть вешаете, то есть это все очень удобно. И мы дозаказали еще две шторы, потому что, ну, собственно, под те гардины, которые мы кусочки заказали, чтобы закрыть наши батареи. Да, так смотрится намного лучше. Я вам дальше, вот видео вы посмотрите, может быть, я опущу голос, да, голосовую озвучку вот именно, на каких этапах я останавливалась и где какие, ну, то есть как, не то, что ошибочки, да, а то, что я там переделывала, расскажу дальше, все посмотрите. И надеюсь, вам видео такое нравится. Я уже в спальне, кстати, сделала штору в зале. Вот я сейчас пришла уже вечером, сейчас буду в зале, в гостиной комнате то же самое делать. И потом, конечно, результат я вам покажу. Не смотрите на то, что шторы у нас не поглажены, не постираны, но никак не постираны, не сшиты, но они не отпарены, да, не отглажены. Я это все буду делать, когда уже будет чистый пол. Я не знаю, я их, может быть, по отпаривателям сделаю, либо отпаривателем почищу как-то, потому что кое-где все равно какие-то такие, знаете, как пыльные места есть. И да, если вам нравятся такие видео про дом, ставьте пальчик вверх, поддерживайте меня, пишите комментарии. И да, я знаю, что многим интересны были вот именно видео про наши гардины. И сейчас вот более подробно я вам все это показала, вернее, вы сейчас посмотрите. Так что прощаюсь тоже сейчас с вами же сразу, а вы продолжайте смотреть это видео. Итак, ребята, вот у меня дополнительно две шторы, которые я заказала, такие же, абсолютно blackout, то, что вот у нас уже висят в спальне и в зале. Написали мне размеры прямо на шторах, потому что они у меня одна 2,73, другая 2,76, и, собственно, вот сюда буду вешать. Прежде всего, вам, конечно, нужно связать эти тесемки и начинать подтягивать саму вот эту леску, не леску, как, ну, в общем, вот эту вот линию, да, чтобы собрать волны. То есть я начинаю с одной стороны и с другой стороны подтягивать, чтобы делать вот эти складочки. Вдвоем, конечно, это вот делать удобнее, но я в этот раз делала одна. А сейчас нужно спустить, и просто мне надо померить, сколько нужно мне, насколько короче, да, нужно сделать эту штору, вернее, как короче, собрать, насколько ее чаще вот этих складочек наделать. То есть можно сантиметром померить, можно вот как у меня, если такие гардины, то их спустить, и это намного проще происходит. Ну и сейчас вот с одной стороны мне надо поставить стоп, и потом с другой стороны уже начинать продевать. Да, вот я продеваю на такие крючки. Сначала тоже, опять же, мне надо померить на верхний и на нижний, но так как я уже знала, на какой уровень вешать, то поэтому я уже, как бы, я прошла этот этап. Ну и сейчас я начинаю уже вешать сами шторы. Ничего сложного, потому что гардина спускается вниз, то есть у меня не устают руки, все удобно. В общем, я довольна такими гардинами. Ну и наконец, конечно, нужно поставить тоже стоп. Очень удобно, очень просто это все делается. И начинаю примерять и смотреть. Ну и дальше, как вы видите, произошла такая небольшая заминочка. Отправила мужа за лестницей, потому что вот эти тесемки, вот эти веревочки, они зашли у меня за сами рельсы, поэтому мне их надо было вытащить. Кстати, я потом уже обнаружила, что веревочки можно вот так вот за рельсы запускать, чтобы они не висели на глазах, да, то есть чтобы они были как бы спрятаны за шторой. Я не знаю, кто это, то ли мастер, который вешал и так спрятал, потому что я бы не догадалась, если честно. Но, в общем, да, теперь я знаю, что такое тоже можно сделать. Ну и опять же, я начинаю вот теперь поднимать.
спускать, смотреть. И вы, если видите, если присмотреться, то вот эта рельса, она как бы завалилась на один бок. Почему так произошло? Потому что, например, другие вот эти рельсы, где у нас висят шторы, они ровненько из-за самого веса штор. То есть, когда штора одна, и она висит как бы на одной вот этой штуке, на одной рельсе, она, получается, заваливается либо вот на вперед, если повесить ее, либо на заднюю планочку, да, вот эту. И то есть я вот сейчас начинаю соображать, что же сделать, решила прикрепить несколько крючков, то есть чтобы, получается, как в шахматном порядке, да, наверное, вешать вот эти шторы. То есть я вот сейчас пробую. В итоге, да, забегая вперед, я скажу, что так у меня лучше все получилось, и получается, что вот эта планка, она, сама вот эта гардина металлическая, она будет стоять у меня сейчас ровненько и не будет заваливаться вперед либо назад. Ну и все, давайте смотреть, что получится. Если видно, там вот эти волны, они буквально вот с левой стороны, там 2-3 штуки, 2-3 крючка я прицепила. То есть я смотрю, что оно уже лучше так держится, то есть ровненько встало. И да, вот поближе вам вариант. Делаю озвучку просто сейчас, потому что невозможно было снимать, потому что мастера работали. И вот сейчас я показываю вам близко прям, что один крючок на переднюю вот эту вот выемку, да, такую, второй крючок на... То есть один справа, один слева, в шахматном порядке я повесила. Но крючки я прицепила достаточно часто, буквально там через один, либо через два. Так, поправляем, поправляем, смотрим, оцениваем. Батарея, да, она немного толстовата, поэтому чуточку штора выходит вперед, но это не критично, то есть она смотрится вполне нормально. А изначально у нас были вот эти две шторы, я их сдвинула в одну сторону и таким же размером, получается там, по-моему, 1.3 м, и вот эту штору тоже я взяла 1.3 м, чтобы у меня были просто-напросто одинаковые складки штор, одинаковые размеры с обеих сторон от окна. Когда у нас включены батареи, почему мы изначально, да, не вешали, если кто не знает, потому что батареи нельзя закрывать, но когда отопление включаем, тогда я буду убирать штору. Когда выключаем, соответственно, я буду штору вот так выпускать. Вот окна гостиной, я просто здесь закрывала диван сегодня, у нас снимали батарею, там переделывали кое-что. То есть вот эта вот штора у меня пойдет тоже в эту сторону, здесь мы... Над батареей как раз-таки довесили вот эту часть, тоже показывала вам, которая точно так же спускается, вот когда дергаешь за эту веревочку. То есть спущу сейчас и точно так же я все повешу. Но предварительно мне сначала надо собрать штору, подтянуть, завязать и повесить крючки. А, девочки, вот смотрите поближе, да, и при другом освещении покажу вам, что я продевала сейчас... Также через одну, через две вот эти вот, ну, вот эти вот крючка, вот эти вот, где тесёмка идет. И получается, вот в эти плоскости, в эти выемки, да, я вставляла одну в левую, одну в правую. То есть, чтобы они у меня вот не так не делались, вот эти гардины. То есть сама вот эта рельса не в эту сторону, чтобы она у меня висела равномерно. Сейчас подниму и посмотрю, как у меня в итоге получилось. Итак, получилось у меня повесить здесь тоже в гостиной. Единственное, вот эта вот правая часть, которая отдельная, которая штора не будет никак закрываться, открываться, то есть она висит, просто закрывает батарею у нас там, вон там, если видите, проглядывает, да, вот такой уголочек. Да, но здесь разглажу, все нормально будет. Единственное, вот эта вот гардина, она идет у нас 3 метра. И мне, чтобы ее поднять, мне нужен все-таки помощник с этой стороны, потому что ну, 3 метра представляется вот такая планка, и очень трудно мне ее одной поднимать. Поэтому у меня с того конца, получается, шторы спускаются, свисают немного ниже, потому что вот эта вот все-таки планка, она не поднялась. Буквально сантиметра на два,
То есть она немного вот так вот под углом идет у меня. Здесь нормально, хотя я перемещала эти шторы тоже в эту сторону, чтобы тяжесть, ну, как-то распределить получше. Но все равно мне нужен будет помощник, который будет вот именно с лестницей, со стремянкой, да, стоять там и как бы подталкивать ее немного наверх. Ну, в общем, смотрите, вот так издалека смотрится, там у нас подсветка идет LED. Включила, чтобы мне там просто лучше видно было. И выключу вот так свет. То есть с этой стороны у нас одна штора 3 метра, с этой стороны получается их около 6 метров или 6 метров, как-то так. Ну, то есть я их просто вот так поближе сюда сдвинула. Когда закрывать шторы, я буду отсюда вот эти вот две закрывать, то что они у меня двигаются и туда, и сюда. А это у меня будет просто висеть, чтобы прикрывать батарею. Ура! У меня все получилось. И дело за малым, осталось только отпарить шторы. А, я сказала, вот осталось отпарить шторы, но мне еще нужно связать вот эти вот тесемочки, которые я подтягивала, чтобы сделать складки, связать их, скотчем перемотать. В общем, мелочь осталась.